мероприятие замечательное. Уже много лет мы его проводим именно здесь, на Птичьей гавани. Хорошее место для того, чтобы пройти несколько километров пешком. Ходьба, наверное, самый доступный вид спорта. Уверен, что все получат удовольствие от пройденных километров в этом же описанном месте. Каждый может поучаствовать. Ходьба – это очень простой и доступный вид активности. И спасибо Олимпийскому комитету России, что он ежегодно проводит такие мероприятия. Ну и мы все вместе участвуем в нем. Это активный отдых. Я стараюсь каждый день проходить 5-6 километров. Здесь, вот я хоть и первый раз, очень мне понравилось. Народу много, красота, зелень, общение. Это вообще все здорово. Вся дистанция такая прошла у нас в дружественной обстановке, было много поддержки, фотографов. И самое классное мероприятие, что могут принять участие абсолютно любого возраста люди. Такая атмосфера спортивная, дружественная, доступная для всех, это здорово в такую солнечную погоду. Потрясающий заряд бодрости на целый день. Отличное настроение, отличная компания. Встречаем много своих друзей, много друзей из движения «Первых». Замечательное мероприятие, заряжает прям позитивом на весь день вперед, да?